Лучший легкоатлет Европы 2018-го. На это звание претендует наш земляк, барьерист Сергей Шубенков. Такое внимание со стороны мировых спортивных функционеров обосновано прежде всего результатами барнаульца. В этом году Сергей был неудержим. На его счету 7 лучших результатов сезона в мире, в 4 из которых он показал время быстрее 13 секунд. В итоге в копилке Шубенкова оказалось серебро чемпионата Европы, первое место в финале бриллиантовой лиги, а также золотая медаль на континентальном кубке по легкой атлетике. Голосование продлится до 5 октября. Церемония награждения пройдет в швейцарской Лозанне.